Добрый день, зрители нашего канала. 2 ноября сегодня. И на вопросы тем, кто спрашивает, как пинкагата. Пинкагат, как всегда, радует, да? То есть, смотрите, отдать должное, какие помидоры, да? Какая нагрузка у него хорошая. Идет до конца, опыляется. Смотрите, какой. Уже убрали листья, потому что размер накачался, пускай быстрее розовеет. Смотрите, какой цвет. Цвет богатый, хороший. Самое главное, помидоры крупные. И отдать должное, в отличие от большинства европейской селекции, да, у него есть вкус, что очень важно. Потому что бывает, что томат розовый, а вкус, ну, кстати, очень часто сейчас такое пошло, я вообще этого не придерживаюсь. Смотрите, какие плоды. Посмотрите, какая нагрузка, да, и дальше, 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 да, то есть таких, если 20 помидоров с куста собрать, которому 250 грамм, да, да и больше и не надо. Смотрите. Товарный вид есть? Есть. Помидор хороший, великолепный. Смотрите, вот они, плоды. Вот, что еще надо, да? То есть, хороший помидор. Блин, честно сказать, наверное, грамм под 300 помидоры. Но в розовом томате, я вам скажу, наверное, даже возьмем эти три помидора, взвесим на весах и скажем, что это такое. Да, ну, вы видите, он весь такой крупный. Это именно тому, кому надо. Вот, посмотрите, вот он, розовый томат. Вот конкуренции, да? Выйдем по созреванию. Ну, вот, что сравнивать? Сравнивать невозможно. Потому что, ну, вот так вот как-то идет. Томат великолепный, томат крупный. Но, я не знаю, может кто-то завтра скажет, что ему крупный томат не нужен. Ну, тогда сложно. Видите, какой помидор. Смотрите, какие кисти. Он весь в нагрузке. Поэтому сказать, что... Не знаю, тут говорить нечего. У него есть устойчивость, у него есть все. Ну, конечно, мы больше позиционируем этот помидор на весну, но, как показывает практика, то есть он сейчас показал себя хорошо и на осень. Но в первую очередь это интересный томат на весну, потому что крупный, розовый. И в отличие вот в том году, почему он нам очень понравился, в отличие в том году, когда была пасмурная зима, весь помидор замельчал. Да, он первые плоды дал чуть слегка ребристые, но при этом он дал ребристые, но он не замельчал. Это было очень важно, да? Когда солнце прибавилось, он нормально пошел. Поэтому, я не знаю, мне помидор нравится. Вот 4 помидора средних собрали, надо будет посмотреть, какой вес он даст. Знаете, чашелистник хороший, все в нем хорошее. На этом спасибо. Сажайте его. Я думаю, что на весну он окажется еще лучше, чем сейчас. Спасибо. До свидания.